Пушкин и мои товарищи! Всем привет! Поздоровайтесь! Это же легендарный Шульмен! Я вернулся, да. А, это же Нина легендарная! Бой! И сегодня мы с вами будем снимать очень крутое видео. Мы начнем строить новую комнату. Спустя целый год мы вернулись в таком составе и с новой комнатой. И в этом видео что мы будем строить, Жирка? Расскажи. Будем строить тюрьму, в общем, вот примерно вот отсюда, вот так вот будет новая комната, ну, тюрьма, комната, подземелье. Короче, мы хотим сделать в этой комнате склад, как бы, типа тюрьма, ну, в общем, три в одном сразу будет, и плюс подземелье еще Шурик сказал. Поэтому Шурик вернулся на YouTube, переходите обязательно на его канал, подписываться пока не знаю, но видео можете посмотреть новые, которые вышли. Вот, у Нины канала нет, пишите в комментариях, если чтобы она создала канал, она создаст, будет что-то снимать. Лайк ставьте обязательно, не забывайте подписаться на мой канал, на игровой канал по ссылке переходите. И что, начинаем, погнали! От комнаты, как уже Шурик в принципе объяснил, будет располагаться у нас вот в этом месте. Такой вот квадратик, у нас тут кирпичи, в общем, хотим мы сделать, сейчас я вам покажу, продемонстрирую. У нас есть, во-первых, такой же стол. И вот такие, короче, железные листы, мы хотим именно из них делать стеночку. Стеночки, которые у нас будут, они прям идеально подходят. И вообще эту комнату для чего мы сделаем, спросите вы. Мы решили просто так, на самом деле, по приколу сделать. Но у нее есть какой-то предпосылка. Во-первых, мы хотим сделать там склад. Допустим, на зиму убирать оружие, хотя вот сейчас переведи, просто покажи. Склад, в принципе, неплохо стоит, уже накрытый такой. Ну, короче, в принципе, будет у нас какая-то такая коморка. Не хотим убирать вот дальнюю стену, вообще никакие стены. Вот, значит, будет какая-то прикольная комнатка. Посмотрим, что из этого выйдет. Это первая часть видео, еще будет вторая. Поэтому, если вы уже посмотрели первую, и вдруг уже вышла вторая, то переходите. Yes, sir. В общем, ребят, я принес инструменты. Сейчас уже будем готовиться. Готовиться и уже начнем съемку. Все, давай, погнали. Ну вот, как всегда, мне придется допилить. В чем у нас проблема возникла? Тут яма. Большая слишком. А тут доска. Короткая. Соответственно. В общем, получается вот так, и что очень низкая. О, ну я не знаю, может и подойдет. Да блин, убирай ее. Ой, я чужой. Да блин, надо было просто не пилить вообще, что мы... Ребят, мы сейчас начнем уже прикручивать. Смотрите, какая у нас конструкция получилась. Вот такой столб. Железный лист решили снутри приделать, так, наверное. Ну, удобнее, во-первых, легче. Во-вторых, не знаю. Короче, Шурик сейчас будет вкручивать, давай вкручивай. Ну, вообще, сейчас вкрутим. За столбом. И второй получается лист. Да, сейчас еще принесем листы. Короче, получается, что мы делаем, мы же вам вроде до конца не объяснили, из железных листов, и это гораздо легче получается. Вот такие железные листы, один сюда и второй наверх. И также с этой стороны это получается гораздо легче и быстрее. Вообще, ребят, мы сделали первую половину стены, Шурик приделал там на саморезы, вот он сказал, три штучки на каждом столбу. Сначала проделывал гвоздями. Вот они. Потом вкручивал саморезы. Достаточно удобно. В общем, сейчас пойдем еще за листами. Будем брать, прикручивать. Ну, пока держится, конечно, не очень, но как только мы сюда еще один лист приделаем, уже будет держаться очень хорошо. Шурик решил. Что ты решил? Ну, в общем, мы сейчас принесли вот три листа. Вот да, три, раз. Там два. И вот три. Вот, сейчас вот здесь мешается доска, потому что здесь под углом наклонено. Вот, поэтому мы не можем прикрутить. Сейчас я ее откручу. Да, ну это изи, чисто работка, чисто. Подснять. Только. Слушайте, ну комнатка будет интересная, необычная, по крайней мере, точно. Да. Потому что все у нас предыдущие были из дерева, а тут из железа. Она, кстати, будет нагреваться сильно, поэтому летом тут будет баня. Слушай, реально баню сделать. Да, баня в доме. Ой, у меня что-то утеплитель. Да, ну утеплитель, я думаю, не помешает. Да не, нормально, все хорошо. Так, сейчас... Примеряй. Примерю. Примери. Вот так. Ну слушай, ну идеальненько так-то. Нормально. Ну красивенько. Вот здесь, потом покрасить еще. Смотри. Опять что ли торчит? Да, но тут оно очень жавое, можно рукой вот так вот его отломать. Ну молоточком давай попробуем.
Короче, нам просто не надо, чтобы торчало, потому что вы давай понимаете. Давай подскобу, можно вот так говорю. Вот такой, может, ладно, хорошо, ладно, давай. Ну все, ладно, хорошо. Я тебе поверю. Подожди, вот она здесь... до конца там не идет? Ну, она и так даже слишком. А, ну тогда чуть-чуть на нас еще можно. Чего, ребят, прикручиваем? Прикручиваем, да. Пока я кручу, рассказывай. Вот, сейчас. Нет. Ну да? Так ты не снимали? Надо молоток. А, ну да. Что, не ой, как же ты не прикрутил, Шурик? Наверное, потому что надо... Что прикрутил, отойди сейчас, профессионал сделает, что-то не тут. Слушай, ну прям идеально. Так, в общем-то, мы, это я показывали, да, уже вроде бы, приделали, короче, вот эту стеночку, идеальненько вроде стоит, и начали приделывать, ну, в общем, с этой стороны как бы. Кстати, Шурик тут очень прикольно закруглил концы. И вот да, тут, да, смотрите, еще, да-да-да. Смотрите, как идеальненько. Нахлёсты тут вообще ничего не видно. Прям кайф, идеальненько, кайф. Да. И, короче, нам надо как-то сюда дощечку какую-то найти, потому что... Чё, потому что? Ну, потому что здесь как бы большая щель. Ну, потому что конечно, щель. Вот такую брусками не найдем. Получится, потому что их надо большой нахлёст, так ту-ту-ту, и будет, короче, стена некрепкая. И надо нам, знаешь, какую-то дощечку искать все-таки. Уже, блин, темнеет. Уже... Продолжим во вторую часть. Я сделаю все в одну часть, поэтому... Кто хочет увидеть все сразу, вот можете перейти на мой канал, и там будет все видео полностью, без всяких частей. Точно. Ребят, на этом первая часть нашей постройки новой комнаты заканчивается, потому что уже темно, ничего не видно у нас на складе, где можно найти материалы. И пока мы остановились на вот таком результате, сделали стенку. Вот. Ну, пол у нас, в принципе, мы хотим оставить такой же. Это кирпичи. Вот, поэтому осталось нам сделать одну стеночку, но тут, видите, дощечку надо. Ну, короче, в следующей серии продолжим, сделаем еще крышу обязательно. Вот, и уже будет наша комната готова. Ну, а с вами был Тоша Картошкин, Шурик, также Нина там где-то бегает. Вот, всем огромное спасибо за просмотр, не забудьте поставить свой лайк, написать комментарий за такие старания и подписаться на канал. Всем до новых встреч, всем удачи, всем пока!